трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. МВД сообщило о снижении на 17,5% числа аварий, произошедших по вине водителей со стажем менее 2 лет. На 25% сократилось количество погибших в таких ДТП, раненых на 16%. Полицейские считают, что это результат усложнения процедуры обучения в автошколах, хотя ГИБДД недавно жестко критиковала эти организации за качество обучения. Плюс положительную роль сыграл рост пробок на дорогах. Трасса 101. Ространснадзор готовит дальнобойщикам очередной сюрприз. Ведомство предлагает оснастить больше грузы электронными устройствами, которые позволяют на расстоянии выяснить подробную информацию о них. Принадлежность, страховка, лицензия, техническое состояние и так далее. Также чиновники напомнили о том, что к 2020 году в России должна быть полностью внедрена система весогабаритного контроля. Она позволяет взвешивать автомобиль в движении. Трасса 101. Несетевые автозаправочные станции пожаловались на практически 100% отсутствие прибыли. Причина – оптовые цены на бензин в прошлом году выросли на 25%, а розничные – только на 5%. В итоге якобы доход от продажи одной тонны горючего упал с 2000 рублей до 8 рублей. Выход независимые заправщики видят только один. Автомобилисты, держитесь. Отпустить цены на топливо в свободное плавание. Большинство россиян готовы сообщать в ГИБДД о нарушителях правил дорожного движения. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного госавтоинспекцией и российской газетой. Правда, респонденты уточнили, что передача информации должна быть простой и удобной. Не хотят стучать на лихачей почти 20% участников исследования. В довершении автоинспекция еще раз напомнила о том, что в ближайшее время должно появиться мобильное приложение для отправки фото и видео нарушений в полицию. Трасса 101. В Московской области в некоторых населенных пунктах ограничат максимальную скорость движения транспорта 50 км в час. Причем перед пешеходными переходами появятся запрещающие знаки не более 30 км в час. Таким образом, ГИБДД планирует существенно снизить число наездов машин на пешеходов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.